Это показательные выступления по итогам чемпионата России по фигурному катанию. Очень долго шли к этому грандиозному успеху. Новоявленные, новоиспеченные чемпионы России в танцах на льду. Виктория Синицына и Никита Коцалапов. Да, замечательная пара наша танцевальная. И Никита, могу вам сказать, я с ним дружу много лет. Можно сказать, с детства мы начинали еще в одиночном, после чего Никита ушел в танцы в юном возрасте. И не зря такие результаты, которые он показывает, и дай бог еще будет показывать много лет, заслуживает уважения. И я безумно рад за то, как они с Викой в этом году преобразились и насколько они здорово стали кататься. Тончайшее взаимопонимание и какая-то хрустальная красота присутствует в этой танцевальной паре Виктории Синицыной и Никиты Коцалапова. Они словно проникают друг в друга и становятся единым целым на льду. Да, самая настоящая химия между спортсменами происходит во время их каждого выступления. Долгая история пройдена этими спортсменами, которые вот уже на второй олимпийский цикл заходят вместе. Вместе они катаются пятый сезон, и пришел такой серьезный, действительно большой успех. Это первое звание чемпионов России, что у Никиты, что у Виктории. Что еще раз подтверждает, насколько сложно выиграть чемпионат России, потому что Никита при этом олимпийский чемпион.